Целый день труд.
кусок отломился. Оп! И ударил меня по голове. Беда! Беда! Все сюда! Слушайте, коротышки! От солнца отломился большой кусок и ударил меня по голове. Что это не так? Если бы от солнца отломился кусок, он чего? Oh,
Прямо на панно, опять мой брат, мать, но берет нас папа круто.
тобой. Только порой ты надоедаешь. Ты кто? Девочка, ты откуда? Так, интересное дельце назревает. Какими судьбами? Мы живем тут, неподалеку. Ага. А сегодня мама сказала, что на мире курица кто-то появится, да? Кто-то? То есть не кто-то, а я. И это здорово. Разве нет? Конечно, здорово. Только ты откуда? Я? Подожди, ты тут одна? Нет, конечно. Мы живем тут втроем. Господин Нильса, лошадь и я. А кто же тебе тогда говорит, пора ложиться спать? Я сама тебе говорю. Сначала ласковым голоском Пэк, иди ложись спать. Если я не слушаюсь, я повторяю уже строго. Если это не помогает, мне тебя здорово влетает. Может, понятно? Может быть, это не так уж и плохо. Кстати, ой, прости. Вы все такие невоспитанные, или у вас так принято новичком вопросами забрасывать, даже не познакомившись? Ой, прости, я Аника, а это мой брат Томик. А тебя как зовут? Тот-то Викторина Рогадин, а по отчеству Эфраим Тотов Винный Челок. Но вы меня можете звать просто Пэппи. Это здорово. А почему ты хочешь разных чулках? Это я сама придумала. Между прочим, никогда не перепутаешь, где правая, а где левая нога. А почему ты пятишь? Если хочешь знать, и если так все ходят, и никого это не удивляет. Откуда ты знаешь? Ты ведь не была в Египте. Как я не была в Египте? Так вот, зарубись тебе на ногу. Я была в Египте. И вообще, обидела весь свет. И вдоволь насмотрела всяких чудес. Что бы ты сказал, если бы я прошла с ногла по улице, что ходят в Египте? А там курят на руках? Да, там же жарко, и земля очень горячая. А рукам, значит, не жарко? На руки можно подуть. А попробуй, подуй на ноги. И вообще, прежде чем встать на руки, надо варежки на них обуть. И тогда сколько хочете ходить на руках, то вы ножки свои не проносите никак на бок. Ага, мечтаю про нее, но подружиться мы все-таки сможем, верно? Конечно, верно. Обманывать нехорошо. Но она же понятна.
назад приход зимы. Хорошо. Ты остаешься тут совсем один? Тебе не будет скучно? Мне не бывает скучно. Хорошо. Я хочу, чтобы ты сложил из этих льдинок слово «вечность». Хорошо. Когда у тебя получится это сделать, ты станешь сам себе господин. И я подарю тебе весь свет и пару новых коньков. Хорошо. До свидания, мой мальчик. Скрипнула дверь. Нас зовут в гостиную.
Поспешим же, там подарки. Какая большая коробка! Скорее, открывай, мне же не терпится поиграть. Целое войско с крепостью. Ух ты! Ах, какое красивое, какое милое-милое платьице! И мне, наверное, позволят его надеть. О, какой конь, лютый зверь! А какой гусар! Надо немедленно произвести осмотр моих гусар. Взвод! Стройся! В поход! Шагом марш! Thank you.
сегодня. Какой ужасный урод! Играть с таким бы я не стал. А, Франц, так нельзя! Это же щелкунчик! А, прекрасно! Его дело развязать твердые орехи. Я буду подбирать для него самые маленькие орехи, чтобы ему не было трудно. О, какой потешный урод! А ну-ка дай-ка мне его маленький. И не пригожь с собой. Мне он нравится и такой. Что бы с ним ни случилось, я всегда приду к нему на помощь. Мы всех пригласили на сказочный бал. Уютный наш зал героев и сказ он вместе собрал. Рассказки на уши. Любить и мечтать, как счастье ценить, друзей отыскать, что значит быть добрым и людям не лгать, как важно трудиться и всем помогать. Пусть сказка волшебная не будет конца, пусть наши герои идут до конца. Мы вместе поборем всю нечисть и зло. И сказка всегда побеждает добро. Ошибалась. Да, я была не права. Сказки могут многому чтоб душником
любви, вы дочка и сын. Ты радуга, ярко скончалась гроза. Расскажи мне сказку, расскажи мне сказку, может быть, похожую на быль. Месяц все салазки, месяц все салазки, заметил у звезд летящую пыль. Все смешались краски, все смешались краски, карнавальных масок блеск ловить. Новый год без сказки, Новый год без сказки, словно поцелуй без любви.